Славянцы, исполняя свой долг перед Отечеством, защищают интересы России в специальной военной операции. Есть среди участников боевых действий и те, кто погиб смертью храбрых. О них никто не забывает. Мемориальная доска в честь погибшего участника СВО Дмитрия Григурко была открыта в станице Петровской. На торжественное мероприятие в 29-ю школу пришли родители и сослуживцы героя, школьники, жители станицы Петровской, представители местных властей. Об участнике спецоперации сказано много добрых слов. Он был трудолюбивым и порядочным человеком, увлекался футболом и мототехникой. И когда стране было нужно, он встал на ее защиту, награжден орденом мужества посмертно. Право открыть мемориальную доску было предоставлено товарищам, сослуживцам Дмитрия Григурко, которые знали его лично и воевали рядом с ним, и разделяют эту большую утрату вместе с родителями. К мемориальной доске возложили цветы. Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, встав на защиту интересов Родины. Очень знаменательное, значимое событие. Мы открыли памятную мемориальную доску в честь выпускника нашей школы Григурко Дмитрия, который погиб при выполнении специальной военной операции. Событие примечательное. Почему? Потому что выпускник школы замечательный, скромный, веселый, отзывчивый, любящий и любимый сын в семье. Мы выражаем соболезнования родителям в связи с постигшей их утратой. И мы их просто заверяем в том, что память о нашем выпускнике всегда останется в истории нашей школы, в жизни наших ребят. Дмитрий Григурко будет служить примером для всех учащихся школы. Его имя навсегда вписано в историю школы, станицы Петровской, района и всей страны. В 29-й школе, которая известна тем, что ее команда успешно выступает на соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, произошло в этот день еще одно важное событие. Были проведены ответственные состязания будущих воинов. 18 команд до призывников школ Славянского района боролись здесь за право представлять муниципалитет на зональных соревнованиях. Задолго до призыва на службу в ряды вооруженных сил России будущие защитники Отечества начинают готовиться к этому важному событию. Участники демонстрировали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 100 метров, разборке-сборке автомата Калашникова, подтягивании и других испытаниях.